Научная конференция всероссийского масштаба завершилась в Бийске. На ней присутствовали специалисты из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Кемерово, Барнаула и, конечно же, нашего города. Каждый рассказал о том, как на практике осуществляется закон о промышленной политике в его регионе. С докладами выступили специалисты Алтайского края. Наш регион остается в лидерах в сельхозмашиностроении, пищевой и оборонной промышленности. Так, бийские предприятия оборонно-промышленной отрасли, Сибприбормаш, алюминий завод, ФНПЦ получили крупные заказы. Прирост объемов производства уже в следующем году составит 300%. И хорошая перспектива однозначно ждет их в ближайшие 5 лет. Развиваются также предприятия Алтайского биофармацевтического кластера. Так, одна из крупнейших российских фармацевтических компаний и единственная, работающая по мировому стандарту GMP, компания Эвалар, сегодня делает ставку на импортозамещение. Сейчас компания производит уже более 20 препаратов, способных заменить импортные. Вдобавок готовится увеличить производственные мощности. Импортозамещением это является приоритетной задачей, приоритетной стратегией развития любого государства, поскольку напрямую связано с национальной безопасностью. И компания Эвалар можно назвать в этом смысле одним из пионеров в области импортозамещения, так как уже на протяжении целого ряда лет ведет успешную политику ухода от импортозависимости. Сейчас Эвалар строит новый завод. Его планируют запустить в 2017 году. Вот в эксплуатацию высокопроизводительного комплекса позволит увеличить объемы производства и снизить себестоимость продукции. Появится 400 новых рабочих мест. А в бюджет будут поступать крупные налоговые платежи, что может поспособствовать развитию промышленности в нашем регионе и привлечь инвесторов в Алтайский край.